Мы продолжаем рассказывать о жителях Одинцовского района, чьи кандидатуры 2 декабря 2016 года Совет депутатов утвердил на обновленную доску почета. Среди 15 самых достойных оказалась и Ирина Черепанова, заведующая Одинцовской ветеринарной лечебницей. Профессию ветеринара Ирина Павловна выбрала еще в детстве и почти за 30 лет работы по специальности ни разу об этом не пожалела. Ее пациенты – одни из самых сложных. Они не могут рассказать о том, что их беспокоит, зато умеют кусаться и царапаться. Но это не мешает настоящему профессионалу выполнять свою работу. Это самый настоящий доктор Айболит. Да. Только под деревом всего, а в слава богу. Да. Нет, молодцы. И ребята вот хорошо здесь. Я это, во-первых, вежливые. Во-вторых, расспросят все, что болит, как болит, что было, чем лечили. Молодцы. Надежда Владимировна уже много лет водит своих подопечных в муниципальную лечебницу. На этот раз у кокер-спаниеля разболелись уши. И только здесь питомцу Надежды Владимировны смогли помочь. Пришла, все, 2 недели, все нормально. Это лишь маленькая часть каждодневной работы Ирины Черепановой. Только за прошлый год через руки одинцовских ветеринаров прошли более 7 тысяч животных. Терапевтическую помощь получили почти 3 тысячи больных. Сотни четвероногих потребовались операции. А профессионализм Ирины Павловны по достоинству оценили и за пределами Одинцовского района. За многолетний труд она была награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.